Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги, ребята. Морозник. Белый-белый морозник. Красава, да? Морозник или гелеберу. Гелеборус. Гелеборус. Разводится семенами или делением куста. Семенами, когда цветет сам морозник, семена высыпаются и прорастает. Смотрите. Семена высыпались и проросли. Это морозник этого года. Вот это вот морозник. Второй год, наверное. Смотри. Это второй год. Это тоже второй год. Морозник. Есть такой морозник. Красава, да? Такой морозник. Морозник. Морозоустойчив. Морозом не боится. Смотри. А здесь как такой морозник, смотри, какой. Интересно, да? Красава. А здесь смотри сколько. Это все морозник прошлого года. Семена высыпались и в этом году проросли. Ну, их половину, наверное, пропадет, сполится, прорвется, уберется. Такой морозник. Такой. Это белый. Очень красиво. Вот такой морозник. Смотри. Сразу. Белый. Потом зеленоватый оттенок. И вот, смотри. Сразу три цвета морозника. Опылились. Здесь тоже детки. Есть детки. Пойдем дальше. Посмотрим, что морозник. Смотрим морозник. Такой морозник. Красава, да? То красный, то пион. Прорастает. Растет пион. Потом, ну, когда будет цвести, мы ее снимем. Красава, да? А ну сейчас сюда. Есть. Ой-ой-ой. Ой. Смотри. Тут тоже морозник, два цвета. Получается, в этом морознике два цвета. Приопылились. Морозники. Сейчас еще один темный посмотрим и будем заканчивать. Еще один черт. Быстро, 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 быстро. Там морозник цветет. Растет. Сейчас. Еще один морозник. Посмотрим. И все. Вот такой морозник. О, темный. Красава, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то красота. Морозник. Он маленький. Маленький, но удаленький. Морозник. Красава, да? Там светлый. Там еще один морозничек. Ну все, ребятка, всем до скорого. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята, пока.